Здравствуйте, земляне и другие жители нашей вселенной. Как вы видите, в нашем корабле новой реальности произошли кое-какие изменения. Шин куда-то потерялся в необъятных просторах космической бездны, но зато к нам прислали Толяна. Ну не будем отвлекаться. Вау, Муха, а что у тебя с головой? Неужели ты помыл ее или побрил? Нет, я ее не брил. У меня просто выпали волосы от названия следующей игры. Игрушка носит угрожающее название «Херетик 2». Немного странное имя для этого жанра. Предыстория игры такова. Незабвенный эльф Карвуз опустил свой арбалет, разделавшись с первыми стройки Деспарилом. С чувством выполненного долга эльф отправился в родные края, чтобы поведать соотечественникам о своих злоключениях. Но вместо мирных пейзажей он увидел опустошенные земли, на которых была наслана магическая чума. Ваша цель – уничтожить главного злодея. В игре более 22 уровней, многоэтажные лабиринты, около 20 видов противников. Поддержка всех видов мультиплеер, прекрасная графика, удивительный звук, занимательный сюжет. Я думаю, что фирма Activision потрудилась на славу, так что поклонники Херетика будут довольны. Вау, Муха, действительно очень классная игра. Я понимаю, конечно, но зачем выкидывать в открытый космос мой бритый скальп? Как зачем? Неужели ты не хочешь выиграть игрушку, которую я сейчас представлю? Конечно хочу, но бросать не зачем. Невзирая на бритый скальп, Sony PlayStation снова радует своих безумных фанатов новой игры. От старой доброй и немножко злой фирмы Metro Golden Mayer. Это свежая игра 3D-стрелялка Tiny Tank. Призыв этой игры приумножь свой арсенал. Что вам предстоит сделать? Предыстория игры. Человечество перебралось в третье тысячелетие, что привело к бешеному, но не заразному скачку в технике. Люди создали новые совершенственные позитронные мозги и поместили их в военную технику. Странно, да? Видимо, они не смотрели кино с дядькой Шварцем «Терминатор 2». Tiny Tank приумножь свой арсенал полностью переведена на русский и профессионально озвучена фирмой Golden Leo. Леонардо Ди Каприо к этой игре отношения не имеет, что очень радует. Короче, вперед, сражайтесь с толпами, толпками и толпищами тупых стальных роботов на 12 огромных уровнях, включая подземки, похожие на канализационные туннели, поля лавы, разрушенные конвейеры и заминированные пустыни. Собирайте позитронные мозги и разное оружие от гашенных вами врагов. Ура! Ну а сейчас... шоколад. Сегодняшним шоколадом для вас станет этот диск для Sony PlayStation, который вы сможете выиграть, если ответите на вопрос, который вам задаст бортмеханик Муха. Итак, вопрос. Сколько уровней на третьем эпизоде в игре Херетик 2? Звоните по телефону 420969, абоненту 664. И если вы ожидаете, что я так же, как и Джин, буду долго и протяжно кричать слово «нет», то вы ошибаетесь. Толян, смотри, скальп летит. Нет! Новая реальность.